Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня у нас очередные китайские часы Гуанкин, как меня научили их приносить. Пришли вот они за 33 дня, стоимость их 3963 рубля. Ну, давайте посмотрим, что это за часы. Стороночку, тряпочка здесь красивая. Вот. Тоже стороночка, собственно, часы. Это пока что пусть они лежат. Здесь. Так, значит, инструкция. Инструкция и гарантии на китайском и английском языках. Как что настраивается, как-нибудь я вам покажу. Вот. Английско-китайская гарантийная карточка и, собственно, бирочка, которая говорит, что это действительно Гуанчжи. Вот, внутри какое-то китайское письмо, видимо, поздравляет нас с чем-нибудь, каким-нибудь китайским Новым годом. А нет, здесь, видите, интересная бумага, на которой, собственно, все понятно. Печать стоит и золотые буквы. Ну, короче, наверное, все-таки это соответствие, видимо, какой-то или гарантии, что-то такое. Все. Ура! У нас она есть. Так, теперь, собственно, часы. Подушечка гигроскопическая, наверное, все-таки. Хотя, черт не знаю. Далее, сами часы. Модель Гуанчжин 10029. Как говорит производитель, это модель с турбионом. За что купил? Представляет собой аналоговые часы механические на циферблате нанесены интересные узоры. Циферки, в общем-то, красивые. Логотип, собственно, Гуанчжин. По 12 часами идут число. Рядом с тройкой циферблат, который показывает месяцы. Ну, насколько я понимаю, что это он ручной, его надо переключать вручную. Рядом с цифрой 9 циферблат, который показывает день недели. Вот это вот уже механический. Также мы видим маятник и часть какого-то механизма. Стрелки металлические, часовая, минутная, секундная. Что мы еще видим? Стекло, как говорит производитель, сапфир, плоское. Диаметр по безелю 40 мм. Толщина часов 12 мм. Значит, кнопочка самая верхняя переключает у нас число. А кнопочка нижняя переключает у нас месяцы. Центральная головка с фирменной буквочкой Г. Значит, да, еще одна есть кнопочка. Это на другой стороне циферблата, и она устанавливает день недели. Сегодня чего у нас? Воскресенье, да? Вот она. Число устанавливается, значит, вот этой верхней кнопочкой, и на удивление в числе мы увидели всего лишь только 31 день. На некоторых китайских часах с этим я сталкивался, у них иногда до 40 доходит количество дней в месяце. Ну да ладно. Значит, ремешок металлический. Вот как выглядит ремешочек. Длина, как говорит производитель, у него 28 сантиметров.
ширина 18 миллиметров. Такой гремучий, гремучий, но это у них болезнь, видимо, сам. Но сделан достаточно качественно. Вот насколько тут литые эти детальки. Три звена для регулировки остаются с одной и с другой стороны. А так, в общем, достаточно прилично. Так, застежка на ремешке. Тоже оригинальная. Тоже оригинальная. Застегивается это все дело вот так вот. Вот, расстегивается вот так вот. С обратной стороны написано, что это часы Goajin, механизм такой-то. Как говорит заводчик часов, это швейцарская, значит, швейцарский патент, только сделано только для Goajin. Значит, вот резистор написано 10 бар, но я почему-то не верю. Не хочу скрывать их, потому что здесь такое, мне не нравятся такие крышки. Здесь такая крышка не завинчивающаяся, а только защелкивающаяся, защелкивается которая. Поэтому, ну, что-то мне не верится, вот непроницаемость 10 бар. Ну, тем не менее, красивое гелиоширование вот на секторе, который для подзавода существует, с логотипом Goajin и... Очень красиво. Золотой такой сектор. Что мне не нравится, это, собственно, застежка. Потому что какая-то она хлипкая, кажется. Сейчас я покажу, надену на руку. Вот. Застежки, конечно, мы видим и логотип. Вот. И то, что водонепроницаемость у них 10 бар. Но я испытаю. Не хочу, ребята, не хочу испытывать их, специально наливать в них воду. Это не очень интересно. Хотя у китайца написано, что можете в них купаться и плавать. Но попробуем, что сказать. Попробуем. И по опыту уже сделаем такой отчетик. Сейчас посмотрим, как на руке. Ну вот так вот на руке все это смотрится. По точности не знаю, не могу ничего сказать. Соответственно, сталь, ремешок стальной, корпус тоже, как говорит китаец, что это сталь. Вес часов 150 грамм. Вот, собственно, и все. Вот такие вот часики. По точности это надо смотреть, как они будут идти. Не могу ничего сказать, потому что ну, не носил их до обзора, вообще не разворачивал, не трогал. Но будем надеяться, что все будет хорошо, по опыту скажем. Кстати, предыдущие, или не предыдущие, а те часы, которые вот я ношу сейчас, до этих часов, Goajin тоже прекрасно, все рекомендую. И если захотите, сделаю на них по опыту обзор, как... Где-то полгода их ношу, как они себя зарекомендовали, если будет желание такое. Поэтому пишите в комментарии, попробуем сделать. А на этом заканчиваем такой микрообзор. Задавайте вопросы, пишите в комментарии. До новых встреч, до свидания.